субботу в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега и дождя. Минус 2, плюс 4 градуса днем, ночью 1,4 выше 0. Ветер южный 2,4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь, днем плюс 4, ночью плюс 3, юго-западный 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, снег и дождь, днем 3 с плюсом, ночью также 3 выше 0. Ветер южный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, сильный снег и дождь, днем плюс 1, ночью 2 с плюсом, южный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 90%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.